Крапушка, крапушка гуляет, молодец. Молодец, мальчик, молодец, молодец. Молодец, молодец, гуляет, графушка, гуляет. Давай гуляй. Нет, я закрыл тебе, граф. Давай погуляй, походи давай. Давай, красавчик, давай. Давай, красавчик, походи, погуляй. Давай, погуляй. А ну-ка, не облизываться. Давай, красавчик. Ну, зарастает, потихонечку зарастает уже, вот вроде бы. Видите, волосики есть. Зарастает потихонечку. Давай, мой золотой, давай, мой друг. Давай, сыночек, давай. Давай, погуляй, давай, погуляй. Погуляй. К себе хочет, ну ладно. Заходи. Что ты там нашел? Так, давай, нельзя, не мешайте графу. Марточка какая-то у нас красивая. О, элегантная мадам. Приоделась такая, да? По какому ли случаю, а, мадамушка? Давай, отдыхай, я пока пойду к другим хвостикам. Наша мама болеет, Альмочка вот вышла, несмотря на холодную погоду, вышла проверить, что там по двору, замещает Инну. Так, хвостики, что делаем? Обнимашки делаем, да? Альмусик, скажите пару слов, звезда наша. Ой, какая, а? Вся деловая вышла, ничего себе. Даже я бы сказал, выехала, я такая деловая. Марта, вы что там делаете? Марточка, ты что здесь делаешь? Иди ко мне, иди сюда. Иди, моя девочка, отдает, а? Так, не ругайтесь, вы что ругаетесь? Граф, в чем дело? Почему все ругаются, а? Графушка, почему все ругаются? Вот жулики, а? Ну я вам устрою. Что такое, что? Михаил, что ты возмущаешься? А? Весь такой деловой, видите ли. Альмочка, вам не холодно? Альмусенька. Миша, что ты делаешь? Душ, что ли? А? В чем дело? Где наша красавица? Альмочка, красивая. Да отойдите, Альмочку поснимаю на видео. Альм, иди разберись, что не тут балуется. Альмочка, тебе не холодно? Погодка холодная. Снег идет потихонечку. Но все-таки Альм решил все-таки пройтись по снежку. Ничего страшного, немножко полезно побегать. На ней теплое платье, так что ничего, все будет хорошо. Рыжики. Кто опять на меня прыгает? Вьюга. Марта, что ты хочешь? Не хочешь ни с кем играться? Ты в лазарет хочешь? Зачем? Я тебе там покушать положил, никто не съест. Дверь закрытая, никто ничего не съест, не переживай. Я лично проконтролирую. Все будет хорошо. Красавица наша, умничка, помощница. Михалыч, друг ты мой, друг. Граф, сейчас я к тебе зайду, сейчас Михалыча заведу на место. Не возмущайся, да, как ты хочешь. С графом нельзя тебе гулять. Да, дружище. Хороший мальчик, хороший. Ну что вы опять примчались, да? В чем дело-то такое? Альма, Донечка, ты что не в духе? Все же хорошо, все ведут себя хорошо, никто не балуется, все нормально. Зачем на всех наезжать?
Объясни, пожалуйста. Ну, были на прогулке все, да, тебя не взяли. Потому что мы далеко ходили, а тебе зачем так далеко ходить, ездить? Красавица. Ты в тепле лежала. Они все были на прогулке. Ты на них обиделась? Или ты хочешь сказать, что они себя плохо вели? Тебе что, Марта сказала? На кого тебе пожаловалась? А ну, рассказывай. Рассказывай давай. Айма такая деловая. О, какая. Деловая мадам. Что, Михалыч? Обычно тебя последние пару дней Ива таскала так. Иди заходи к себе. Сиди у себя. У тебя там все есть. Еда у тебя есть. Водичка теплая есть. Так что давай. Что, принцесса? Подожди, убери свою голову, вьюга. Или кто-то, Лада. Донечка, скажи всем привет, друзья. Привет, скажи всем. Донечка по всем соскучилась. Давно всех Донечка не видела, наша красавица. Она выехала на своем автомобиле, чтобы проехаться по двору, посмотреть все, проконтролировать, что, как, где, почему. Да, красотка? Девчонки, ну что вы меня опять преследуете, а? Девчонки-обнимашки. Что такое? Ну, вьюга, если ты не обнимешься, ты это не ты. День, знаешь, прожит зря, если ты обнимашки не сделаешь. А если ты обнимашки сделала, все, значит, жизнь удалась, день прошло на все 100%. Эх ты, хулиганка моя, хулиганочка моя. Ивушка, приятного тебе снегопоедания. Ну что ж, графушка, если ты сам не хочешь идти к Альме, то Альма пришла к тебе сама. Не бойся, не бойся, ты мой мальчик. Альмочка, Альмочка, давай, подходи, не стесняйся. Друзья, Альма пришла, чтобы поддержать графа. Но они друг друга стесняются. Граф понимает, что это серьезно строгий комендант, да. Ну и, само собой, Альмочка не хочет напугать графа. Да, комендант Альма. Это наш граф. Ты же знаешь его прекрасно. Подойди, на ушко ему прошептай, поддержи его. Ну, Альмочка всегда поддерживает графа. Мой друг, мой друг. Хороший мальчик, хороший мальчик, хороший, да? Хороший мальчик. Ай, вот так тебе Донечка зашла, чтобы поддержать. Чтобы поддержать. Вон, видишь, Донечка, на автомобиле. У тебя все лапки работают. Так что давай, не хандри, не хандри. При этой болезни они часто себя очень плохо чувствуют. Кровь неправильно уже циркулирует, неправильно работает. Моя хорошая, все хорошо, все будет хорошо. Мы с тобой, мой друг, мы с тобой. Идем, Альмочка, не будем ему мешать. Идем? Нет, ты не хочешь уходить? Ну иди ближе, подходи. Ближе подходи, поговори с ним, поговори. Подойди ближе и поговори с графом. Граф хороший парень. Граф, там тебе все пишут добрые комментарии. Все тебя любят, да. Все за тебя держат кулачки, чтобы у тебя было все хорошо. Ты наш красавчик. Ой, давай, почесулечки за ушками, да? Почесулечки. Это маленький ребеночек. Ему никто никогда не делал почесулечек за ушками. Только отрезали, и все. Никаких почесулечек, да? Мой хороший друг. Хороший мой друг. Он любит вот здесь на соломе полежать. Когда ему наскучить, надоесть, заходит к себе в домик. И там лежит, да? У него здесь есть и шторочка. Можно шторочку открыть, закрыть. Вот так, вот так, хороший парень, хороший, хороший, молодец. Все, все хорошо, будь спокоен.
Он, знаете, еще боится, когда на улице вот хвостики бегают. Боится этого тоже. Альмочка, красавица. Поддерживать пришла? Молодец. Молодец, молодец. Граф хороший. Вот здесь, вот так, не бойся. Вот так. Хороший мальчик. А Донечка так интересно наблюдает за графом. И за мной, и за графом. Что? Ты наш комендант. Да, комендант пришла к тебе. К хорошему мальчику. Ладно, отдыхай, отдыхай, друг, отдыхай. А мы пойдем, Альмочка, мы пойдем. Так, пойдем, пойдем. Идем. Давай, аккуратнее, ну ты даешь, а? Ну сиганула, ну дает, а? Вот артистка. Пойдем, Михалыча выпустим. Пошли к Михалычу, пошли. Давай, Ивушка, попроси. Проси. Не будешь просить? А вот Михалыч начнет разговаривать, чтобы тебя выпустили, а ты... На, походи. Опа. Миша выпрыгивает. Он не выходит с Валеры, он с него выпрыгивает. Лада, нельзя, Лада. Отрыщ, Лада, отрыщ. Нельзя. Дорогие друзья, наша прекрасная Златочка всем передает приветы из Москвы. Златочка сказала, наш бульдог Златка сказала, всем передать привет и обнимашки. С Анфисочкой, Златая Анфиска, кто их не знает, обязательно смотрите видео про Анфисочку и про Златочку. Они всех любят и передают всем приветы. И хвостиком, и всем-всем-всем друзьям, всем подписчикам. Ай, ты мой хороший, мой хороший, мой хороший. Мы сами с нетерпением ждем видеороликов от Златки из сказочного домика. От ее личной кошечки Анфисочки. Ай, Михалыч, Михалыч, мой друг, Михалыч. Миша. Альмочка, ну что, домой заходим? А, Альмусечка, заходим домой. Эти пусть архаровцы все бегают, а мы пойдем домой, да? Тебе уже хватит? Ага, смотрите, домой хочет, домой. Заходим, заходим, да, да, да. Радость какая, домой заходим, конечно же. Ну что ж, дорогие друзья. Хороших вам просмотров. Не забываем ставить лайки, оставлять добрые комментарии. Потому что вы знаете, что граф ждет всегда ваших комментов. То я ему их часто читаю. Вот так носик, вот так носик. Всем мира, добра, дорогие друзья. Всем пока-пока, друзья.